По данным Комитета по образованию, сегодня в Ивантеевке зарегистрировано 3263 ребенка от рождения до 7 лет. Прежние заявки на детский садик, полученные от родителей классическим путем, уже добавлены в единую базу данных. Новые заявления родители могут регистрировать и по-старому, то есть непосредственно в Комитете по образованию и в онлайн-форме. Что, по мнению разработчиков, обеспечивает открытость и прозрачность зачисления детей в детские сады, способствует эффективному планированию строительства новых детских садов. Порядка 50 человек в день ежедневно по понедельникам обращаются к нам на постановку на учет ребенка своего в детское дошкольное образовательное учреждение. Ну и порядка 20 заявлений подается в режиме онлайн на портале государственных и муниципальных услуг. Воспользоваться электронной услугой ивантеевские мамы и папы могут, зайдя на портал госуслуг Московской области, выбрав раздел «Запись в детские сады» и пройдя регистрацию. Родитель может выбрать два предпочтительных детских учреждения. Ими считаются ближайшие к дому садики. Но от похода в комитет по образованию родители не освобождаются. В течение 30 дней им нужно подтвердить данные в комитете по образованию. В Ивантеевке специалисты комитета ведут прием каждый понедельник с 9 до 17. 12 часов в кабинете номер 21. Телефон, по которому можно задать вопросы, вы сейчас видите на своих экранах. И еще один немаловажный аспект. На портале государственных и муниципальных услуг на сегодняшний день существуют ограничения для родителей. То есть основным фактом разрешения постановки ребенка на учет является достижение ребенка 2 месяца. То есть это первое — наличие свидетельства о рождении, и второе — достижение ребенком 2 месяца. Если вы обращаетесь к нам лично на прием, то есть у нас есть возможность поставить ребенка, не достигая им 2-месячного возраста. Система позволяет подать заявление, не выходя из дома, и сократить живые очереди, сэкономив время родителей. В дальнейшем планируется, что получать уведомления родители смогут и через СМС. Юлия Постриганева, Сергей Денисов, Светлана Климова. Новости города.